Привет, друзья! С вами Алекс и канал Maxi Fish. Как вы и попросили, я сегодня приехал на новое место. Я в маловато нахожусь. Сегодня будем ловить на спиннинг и на силикон. Никакого малька сегодня. Сейчас 22 февраля. Я с моим другом Антоном приехали вот на такое красивое место. Выше плотины в Дубосарах. Именно маловато. И будем здесь пробовать искать хищника. Щучку, судачка, окуня. Что получится? Ну, конечно, мы целимся больше на щуку. Так, друзья, друг посоветовал, пока пасмурно, с утра вот пробовать вот такие светлые приманки от Тёга в размере 3,9 дюйма. Вот такой виброхвост большой, 3,9 дюйма. Ну что, друзья, давайте. Друг сказал, надо пробовать вот на такие для начала, а потом уже более темные цвета будем использовать днем. Но утром и вечером он сказал, бери вот такой цвет. Сейчас мы проверим. Я люблю делать так, как мне советуют вначале, потому что я эти места не знаю. А потом уже будем пробовать то, что нам кажется хорошим. Приманки посоветовал брать большие, больше 3 дюймов. На этом месте больше 4 дюймов, конечно. Темные цвета будем использовать. Используем такие 2 оборота катушки, проводку и пауза. Короче, друзья, на первой точке пока ничего. Я поменял несколько раз уже силикон, даже воблер пробовал. Пока тихо. Поставил самый большой силикон, который у меня есть, 4,5 дюйма. Сейчас я вам покажу его. И сделал джигрик. 30 грамм грузила, потому что силикон просто громадный, не докинешь его, потому что здесь мелководье, а там бровка дальше. Нам нужно за бровкой кидать его, желательно за бровкой. Все-таки я охочусь за большой щукой, хочу побить свой рекорд личный, трофейную какую-то щучку поймать. Это лучше сделать, конечно, с лодки, но в нашем случае будем пытаться с берега, будем ходить по берегу там дальше и облавливать разные места. Будем искать перспективные места, где будет углубление какое-то. Увидим. Сейчас покажу вам силикон. Вот такой громадный силикон зеленого цвета с блестками такого красного цвета. Такая лопата сзади. Вот капелька такая, 30 грамм груз. Поводок флюорокарбон. И дальше уже основной шнур. Все, друзья, я передвигаюсь сюда дальше. О, друг что-то поймал, какой-то там. Какой-то камень. О, ракушку шикарную. Килограммовую, ё-моё. Я вернулся к своему кейтейчу. Вот такого цвета, небольшого размера. На этот раз я взял вот такие офсетные крючки с штопором, потому что кейтейч очень нежная резина. Если проткнуть ей головку тут, она потом рвется. Флюорокарбон от Дайва взял. Вот такой где-то метровый, 1,20 м поставил. Отводной поводок, грузила 30 грамм. Не работает джиг. Я всегда ловил. Потому что что-то на обычный джиг не хочет, не получается пока у меня. Давайте, если так найду рыбу, то потом посмотрим. Может, вернемся к джигу. Так, друзья, дальше я по берегу не пройду. Потому что там уже больше глубина, выше колена. Никто не пытается вот подниматься в эти горы, а я попробую. Все, прошли вот эти кусты. Не мог я там снимать, потому что я с головой туда нырнул в эти заросли. Вот так, друзья. Вот это спорт, а не просто рыбалка, ё-моё. Если нет у меня сапогов резиновых, вот так приходится. Мои тоже выдерживают, но надо так, около 20 сантиметров глубина, чтобы было, не больше. Чуть выше все, а здесь целых 0,5 метра. Я могу даже в такую глубину пройти, но быстро, а здесь берег весь такой, так что быстро не получится. Да, друзья, вообще пусто. Ничего не клюет. Уже где-то 2-3 километра от машины мы уже. Вот домик какой-то тут. Кто-то тут живет. А?
Вон палатка здесь. Домик. Классно. Давай ты здесь попробуй. Ну, тихо-тихо, не хочет ничего. Даже никаких ударов, ничего. Весь силикон испробовал. И от K-Tech, тот, который работал у меня обычно в низах там, Днестра. Смотрю, здесь многие пробуют на спиннинг. Одни спиннингисты здесь, только есть еще один фидерист там, но я прошел рядом с ним, вообще даже у него не клюет. Оп! Что-то есть, ребята. А нет, ушел. Ушел, гад. Так засел. Завис. Что-то было. Что-то было, завис, но не подсек. Думал, что зацеп, а потом почувствовал такое натяжение. Ну-ка посмотрим, что с нашим силиконом. Целый. Есть небольшие порезы тут. Интересно, интересно. Первая поклевка за весь день. Ну-ка, давай еще раз. Там обракоша сеть снимает. Ну что за люди, а? Вот, проверяет, поднимает сеть. Пустая пока. Видно, нас увидел, он с того берега приплыл. Видно, он нас увидел, что мы в ту сторону двигаемся. И быстро приплыл, чтобы вытащить свою сеть, чтобы мы ее не зацепили. Если здесь браконьерством так занимается, то... Кстати, мы по всему берегу шли. Полно сетей. Полно запутавших сетей прямо под берегом. Идем дальше. Да. Рыбаки говорят, что сейчас вода сильно поднялась. Обычно здесь даже на машине можно проехать. Вода намного ниже. И может, рыбаки говорят, из-за этого и не клюет. И все. Вот. Мой друг дальше пошел. Я за ним. Ладно, давайте тут попробуем. Вот я этот силикон когда-то нашел. Куда потерял, он уже изгрызанный весь, искусственный. Решил его попробовать. Достаточно хорошо он играет. Иногда вот такие трофеи могут дать нам хорошую рыбку. Не знаю, что на них ловил. Может, какой-то профессионал. Вот так. Никакая рыба не клюет. Я уже по кругу весь силикон менял. То один, то другой. То один, то другой. Рыба давай! Нептун, давай нам рыбу. Давай, хоть одну хорошую. Ну, при таком раскладе даже маленькая сойдет. Так, друзья, хочу подняться наверх. О, птички поют. Теперь вот эту скалу надо одолеть. Красота, конечно, непередаваемая, друзья. Смотрите, какие скалы. Известняк или что это. Вообще шикарно. Слоями. Можно историю здесь прочесть. Что и в каком периоде было. А у ракушки аж до сюда. Раньше в Молдове было морское дно. И вот, вот это осталось от того морского дна, что было раньше. Ну, красота, конечно, изумительная. Все, давайте подниматься дальше. Ох, как же тяжело. Как же тяжело. Вот, друзья, мы на краю находимся. Вот. На краю прям. Красота, рыба не клюет, но спорт шикарный. Но классно, классно, друзья. Рыба не всегда важна. Важен сам процесс. Вот это моя страна Молдова, друзья. Красивые у нас места, конечно. Не надо никуда уезжать, можно отдохнуть и у нас.
О, друзья, такой каньон нашел. Красивый известняк. Смотрите, какие скалы тут, а. Там слышно вода, наверное, ручей течет. Там где-то слышно вода. Сейчас я пойду уже буду обходить вот это место. И посмотрим, что там течет, а. О, бурлит вода. Из-под земли выходит. А вот и ручей, друзья. Красота, смотрите, мощный источник воды. Сейчас попьем отсюда водички. О, друзья, класс. Красота. Я упал, весь грязный. В этом, на этом, на этих обрывах сколько раз падал, и спина, и попа вся грязная. Но сейчас такое, о, наслаждение, класс. Сейчас наберу себе воды. Вот, друзья, вот этот мешочек, про который я говорил, камельбэк, вот открывается крышка, и смываем воду. Надо его помыть немножко, вот. Видите, шланг идет через рюкзак, специальные отверстия. Этот рюкзак я во Франции купил. Вот сейчас набираем. Вот такой мешок. И закрываем крышку. Сейчас. Вот так. И засовываем его в мешок. В рюкзак, друзья. Вот так. И закрываем. И все. Вот теперь можно отсюда открыть. Видите, вода течет. Давай тут течет немножко. Вот так. Класс. Все, поехали дальше. Спускаемся. Я нашел такую тропинку. Тут хочу я с утра приглядел вот эти скалы. Они где-то около 10 километров от той точки, где мы остановились. Я уже проделал такой путь длинный. Вот по этой тропинке хочу туда. Дойти туда вот. Сейчас посмотрим, куда она ведет. Вот здесь вниз. Осторожно, не упасть, скользко. И вот туда я хотел. Я не знаю, когда рыба не клюет, я готов сделать даже по 20 километров, лишь бы ее найти. Главное ее найти. Но суть не в этом, друзья. Вот. Вот это главное. Прогулка вот такая. Искать перспективные точки. Да, рыба не активная. Она и там есть, где мы ловили. Но она не хочет брать. Но я по-любому упираюсь. Хочу хоть одну поймать. Вот, ребята, красивые места. Смотрите, заливчик такой. Можно ее обловить с разных сторон. Я даже не буду спускаться там вниз. Прямо отсюда кину. Вот туда. Вот, шикарно. Прямо отсюда. Если рыба клевать, я спущусь быстро. Но не хочется спускаться. Давайте здесь пробовать. Ну, места вообще красивые. Сюда бы летом. Или зимой со льда. Но нету льда. Но рыбки я не вижу. Я тоже приглядываюсь так в воду. Сверху. Смотрю, может, какая-то хоть окунь какой-то. Да, друзья, смотрите, какие скалы тут. Отсюда, если даже клюнет, не достанешь рыбу. Может, так спуститься? Да нет. А мне уже без разницы. Я сюда дошел, чтобы кидать. Давайте кинем, что? И будем возвращаться уже, потому что... А вот голавлик там, ребята. Там голавлик стоит. А ну-ка я сейчас поменяю. И вот такую блесенькую маленькую возьмем. Я отсюда сверху смогу ее кинуть. Смотрите, просто куча. Можно прямо так попробовать в отверстиях. Сейчас попробую. Сейчас попробуем, друзья. О, один бежит уже. Взял. Не взял за крючок.
Просто так взял за блесну, но не крючок. Вот два еще за него, за ней гонятся. Ага, подходит, 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 давай. Ну-ка давай. Ой, я зацепил за ветку там. Сейчас проводим. Пусть таки головля, он медленно, надо ее крутить. Вот так. Давай. Подыграть так нужно. Ух ты, сколько же здесь головля, друзья. Просто стайка. Кобздец большая. Давай, не хотят брать блесну. Давай. Он хочет брать, не может. Давай. Давай, возьми ее. Подошел к берегу прямо. Блесна просто грамм имеет, наверное, или меньше, полграмма, наверное. Они гоняются, гоняются, друзья, за ней. Но не могут взять ее. Проводим еще раз. Сейчас поменяем другое что-то. Давай, вы видите это, друзья? Вы их, наверное, не видите. Давай, давай. Что-то они пугаются. Пугаются, друзья. Сейчас поменяем что-то другое. Поменяем что-то другое. Некогда нам тратить. Он здесь греется, греется, греется. Вот так. Я еще такой тройник поставил. Сейчас посмотрим, сможем его докинуть. Сейчас посмотрим. О, шикарно играет. Вот так, друзья. Он как рыбка маленькая, маленькая рыбка. Сейчас посмотрим. О, окунь пошел, окунь пошел. Давай. Там есть окунь, друзья. Два окушка. Вот один гоняется за рыбкой. Давай, давай, возьми. Все идут стайкой. Все пошли. О, давай, 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 давай. Да он пассивный, капец. Он идет просто сзади, но не берет. Друзья, вот такой силикончик поставил. Давайте на силикончик, что? Есть еще другие цвета. Будем пробовать на силикончик. Есть еще и отводной сделаем. Так можно понять, хоть какое поведение у рыбы. Так, еще один заброс. Опять на камыш. О. Смог ее сдвинуть. Ну, окунь такой пассивный. Есть, друзья. Есть окушок. Наконец-то. Есть окушок. Взял. Вот такой красавец. О, друзья, первая рыба. Взял все-таки. Взял. Вот такой окушок. Вот такой окушок. Иди, друг. Ха-ха, размочился. Но с большим трудом. 10 километров. Больше. Уже за обедом уже. По время уже. Ну, нашел окуня, можно поиграться с окунем тут. Я думаю, что там есть стайка окуня, потому что я видел, сколько окуня гоняется за вертюшкой там. Сейчас бы подобрать цвет.
Это первый такой более наглый окунь. Давай такой, более яркий. Вот такой, друзья. Что? Нужно пробовать? Такое нужно пробовать. Давайте. Может, на яркий цвет хочет, несмотря что такая сейчас яркая погода. Поднимусь на ногах уже. Онемели ноги. Долго тонет. Давай. Была что ли поклевка? А, ветер так. Шнур дергает. Есть, друзья. Есть окушок. Взял и на такой цвет. Видите, о, сейчас заглотил. Как положено. Давай. Вот нашел окушка, друзья. Открывай рот. Давай, не крупный, но рыба есть, Вот такой виброхвост. Есть еще оранжевый, можно использовать. Но рыбу я нашел. Обычно я уже чувствую, когда он на крючке, делаю оборот. Такой тяжесть такая. О, удар был. Удар был прямо в удочку. Две маленькие рыбки, но я счастлив. Не зря сходил. Увидел прекрасные места. Рыбу нашел, не крупную, но нашел. А что еще нужно? Всегда крупная только, чтобы была. Нет, бывает разные. Давай, бери. Есть, друзья. Все-таки, да, цвет работает. Это покрупнее что-то. Это окушок, оп, не качается, как на качели. Вот это уже чуть побольше. Вот, смотрите, видите? Все-таки цвет играет роль. Вот такая резина. Давай, иди. Я только выключил камеру, он ударил. Все-таки есть окушок. Вот так. Далеко бросал, не хочет. Здесь под бровкой, здесь где-то. Видно такая небольшая бровочка такая. Он здесь берет. Так, друзья, я отошел оттуда, уже все, ничего не клюет. Нашел пару окушков так активных. И все, вот на такой камень хочу подняться. Наверное, это будет конечная точка. Дальше я уже уходить не буду. Я пробовал разный силикон. Вот на этот остановился, на этом. Он мне дал больше такого, больше поклевок. Так что побросаю еще чуть-чуть. И вернусь сюда еще. Ну что, друзья, я в пути уже обратно к машине. Надо вот обойти этот большой каньон. Обойти его, в ту сторону попасть. Еще далеко туда идти. Наверное, тут не 10 километров, но около 6 километров точно есть. Так, друзья, еще спускаться надо. Вот я туда должен, к машине, наконец-то. Почти спустя час я приблизился к месту. Ну все, друзья, game over. На сегодня хватит. Вот такая рыбалка у нас получилась сегодня. Много прогулялись, рыбы практически не поймали ничего. Там несколько окушков. Я этому рад.
хоть как-никак из нуля вышли. Ну все, встретимся на новых рыбалках. Вам удачи и не хвоста вам, ни чешуи. Пока.